Ты ничего странного не слышишь? Только трепет моего железного, мать его, кулака! Гневните голосы боги в моем обличье, ибо я пришел забрать вас из сего, включая ваши рваные тряпки и, конечно же, ваши достоинства. Закрой динамик, инквизитор. Забери свою аристократичную задницу обратно на Терру и поищи ретиков, или я не знаю там. У меня квест на спасение этой долбанной планеты, и у меня нет времени слушать твой очередной выпендрёж. Дорогая, ты же знаешь, мы не можем отпустить вас, пока вы не отдадите нам все свое имущество, включая ваши исподние. Ты же знаешь, как у нас говорят, ты либо платишь купюрой, ну либо натурой. Дорогая, не могла бы ли ты, пожалуйста, сочетать нам, сколько нам должны эти богомерзкие грешники? Вы должны выплатить десятину за 5 лет, дабы смыть с себя позор и очиститься от греха во имя Господа нашего Императора. Ах да, твою мать. Говорит, ты знаешь, что делать. Ну все, слушай меня сюда, высокомерные педофилы. Если вы хоть попробуете моего тяжелого, я возьму ваши пи***ки и дигни и засуну их под ваши отполированные ноготки. Если вам просто свои клепы, я буду перематывать ее твоей же крайней плотью. Покуда сиротая не сделает тебе кривое обрезание и не сыграет на твоей веселке, как на скрипке, мать ее. И я буду тебя на лопоклон, пока от тебя не останется ничего, кроме тебя. Я прошу маску, позолоченную ебачку в красный, используя твой классный маск. И уж лучше тебе поверить, что ты будешь молиться о том, чтобы никогда не рождался, потому что я сделаю так, будто бы тебя и не было. Я думаю, мы просто вас отпустим, да? Уходите, пожалуйста, со святой земли и не оскорбляйте меня своими богомерзкими противными речами. Я знал, что у инквизиции нет чести, нет уважения, нет пива! Вы отвратительные ученики на лице реальности! Да я... Пожалуйста, и ведь говорила же мне мама, иди в экономисты. Там хорошо платят, всегда будешь в достатке, люди уважать будут. Но нет же, надо идти в инквизицию.